Естественно, если несчастье является плодом наших грехов, значит, счастье надо возвращать, искупая свои грехи, через борьбу с грехом. А так не бывает, чтобы у меня были грехи, и я был счастливым. Так не бывает, и никакой пирог не поможет, и гнилой помидор не поможет. Борьба за счастье – это в первую очередь борьба со своими собственными страстями, похотями, нехорошими желаниями, борьба со своими грехами, борьба с плохим отношением к ближним и так далее, и так далее, и так далее. Вот откуда начинается счастье. И никакой пирог или тухлое яйцо не поможет. Желаю вам счастья.